Это Олеся. Гуси, лебеди. Алис, ку-ку. Алис, посмотри сюда, скажи ку-ку. Это мы в парке при дворце конгрессов кормим уточек и гусей. Вот, какие красивые. Там еще много. Бросай сухарики им, бросай сухарики. Возьми другой, ничего, они потом найдут, они потом придут, найдут. Смотри, все прилетели к тебе кушать сухарики. Прохладно сегодня. Где зайчик? А вон зайчик, точно. Смотри, Алис, вон там зайчик, вон там подальше сидит маленький зайчик. Вон он побежал, побежал, он бегает. Мы потом пойдем зайчиков смотреть. Сейчас посмотрим, немножко покормим уточек и гусей. Вот такие гуси. Белые. Бросай, бросай, Алис. Бросаем сухарики. Да, там тоже кто-то гуляет. Ой, смотри, Алис, к тебе зайчик пришел. Алис, зайчик пришел к тебе. Смотри. Зайчик к нам пришел. Может быть, тоже сухарик. Надо было ему морковки взять. Наверное, не будет сухарик. Смотри скорее. Смотри, какой хорошенький. Зайчик. Ты видишь серенький? Пойди посмотри, он даже не боится. Смотри, как близко подходит. На сухарик, зайчик. Сухарик, наверное, не будет. Можешь голубей покормить тоже. Смотри, сколько голубей. Они тоже кушают сухарики. Алис, посмотри, вот голуби прилетели, они тоже сухарики кушают, тоже можешь их побросать. Уточкам? Ну, бросай уточкам. Я тоже буду уточкам бросать. Бросай, бросай. У меня тоже сухарики такие, как у тебя. Кушайте, гуси, кушайте. Смотри, какая у него шапочка. Смотри, какой красивый в шапочке. Смотри, какой хохолок вот у этого. Видишь, какая шапочка красивая на голове. Они кушают. Да, кушают они. Они все кушают. Один летает. Ой, сейчас я побольше брошу сразу. Ловите гуси. И голуби. Алис, посмотри, гули прилетели. А тут тоже. Ой, сколько гулей собралось. И голуби здесь у нас. О, смотри, гусь пришел прямо к нам, Алис. Ничего себе, окружили. Посмотри, что-то мне это уже Хичкока напоминает, нет? Ты не складывай обратно в пакетик, Алис, ты можешь им сразу бросать. Алис. Гусь, гусь. На тебе, гуся. Сейчас мы сюда насыпем, они сюда придут. Вот так. Не нравятся сухари с красной икрой? Ну ладно, что ж, какие есть, чем богаты. Это нам в русском магазине подарили сухари, которые уже слишком сухие, специально, чтобы кормить птичек.
Но они оказались со вкусом красной икры. Ну ничего, вроде едят. Алис в машине немножко уснула и, по-моему, еще не совсем проснулась. Алис, ты не бегай за ними, они сами к тебе сейчас прибегут. Бросай сухарики, ты все уже побросала или у тебя еще есть? Зайчик еще один прибежал, смотрите, как здорово. Ой, какой хорошенький, с белым хвостиком. Зайчик. Зайчик, иди сюда. Мы тебя хотим погладить. Нет, он боится, не хочет. За зайцем гонится. Подожди, Алис пытается зайца поймать. Оп! Убежал! Убежал зайчик, все. Смотри, зайка смотрит, какой хорошенький. Зайчик, зайчик, как тебя зовут? Посмотри, какие гуси. Это гуси такие с такими шеями черными? Или это ли канадские? Красивые какие, надо же. Канадские гуси. Привет, канадский гусь. Как там оно в Канаде? Скажи привет, канадский гусь. Гуси, гуси. Га-га-га. Есть хотите? Да, да, да. Только у нас уже нечего вам дать. Мы уже все скормили другим гусям, не канадским. Зайчика все хочет достать. Нет, Алис, Алис, нет, так не пойдет. Не надо. Пойдем, там есть еще зайчики, пойдем. Зайчик еще. Еще зайчик. Сколько тут зайчиков? Везде бегают. Ой, убегают. Этот черный. Убежал зайчик? Пошли вон туда, посмотрим попугайчиков. Пойдем. Вот тут в парке есть детская площадка, конечно. Мы не ищем легких путей, да, Алис? Вот так. Ку-ку. На горку пойдем. Потихоньку. Качают, страшно. Давай ручку. И держись за перила и за ручку. Осторожно. Качаются. Вот так. Ага, ну ничего себе. Нет, это, пожалуй, страшно, да. Мы едем, едем, едем в далекие края. Приехала. Вот так, да. Ой. Как мотоцикл рычит, Алис. Как мотоцикл рычит. Ну нет, это тигр так рычит, да мотоцикл как рычит. Папа, сделай, я не умею, это только мальчики умеют. Вот так. О, он слышала на улице мотоцикл, он вот так рычит. Ну, зайчик прибежал. Ну все, сейчас будет зас. Зайчик, ну нигде нет, Алис, папа. Алис куда-то потерялась. Посмотри-ка, только дерево осталось одно. Ку-ку!
вот это красивое здание, это музей современного искусства. Он находится прямо здесь, в парке. Но сейчас тут какие-то ремонтные работы, поэтому мы не можем подойти поближе посмотреть. Вот они, эти канадские гуси. Посмотри, какие огромные. Уже. Ух ты, красавцы. Да, тоже кормят сухариками. У нас закончились сухарики уже. Вон уточки, смотри, Алис, какие уточки красивые, с зелеными головами такие. Смотри, кря-кря. Красиво так построились, смотри-ка. Поплыла. Плюп. Смотри, какой маленький зайчик, Алиса. Алиса в стране чудес. Начало долгого пути. Ого, побежала за зайчиком. Здесь какой-то сад камней. Так, ну все, осталось норку здесь найти теперь. Ой, смотри, какой большой, красивый. Алиса, смотри. Осторожно. Все, удрал. Вот вы где! Куда поскакала? Пока-пока! Подписывайтесь на наш канал.